Начинаются каньоны впереди. Так, это начало нашего маршрута, как сказали, 1,5 километра. Площадь 300 гектаров, да? Да. А длины нет? Мам, если что, в окно. У меня в аудиозапись на камере работает. Вид классный, да? Красиво. Надо снять еще и крутые запрещенных местах. Папы. Начинаются каньоны впереди. Сейчас это мы все уже начнем уже видеть. Стало, да, конечно. 17. Вниз спустили же. Вон там вид обалденный, конечно. Но зелень мешает. Не стали передать камерой все равно. Конечно. Надо, да, лучше увидеть, раз увидеть, чем 100 раз услышать. А так, внизу речка течет, слышно. А вон подвесной мостик. Куда-то мы забрались. Сейчас мы до него, наверное, дойдем все равно. И пойдем через пропасть за деньги. Маша, закрываться и басить, да? Класс. Так. Мы подошли до этого моста, но он закрыт. Завязан. А очень сильно хотелось по нему пройтись, конечно. Трасса закрыта. Мы добрались закрыта до Большого каньона в Крыму. Талиша, банна молодости. Встань, пригладить дождевики взять. Отцы, снимает. Дождик. Если вы пойдете до конца, возможно, достанет вас дождь. Вы будете гулять более 2,5 часа. Нет, мы так долго не будем гулять. А по короткому тогда маршруту? А мы не знаем, какой маршрут. Смотрите, ну, это конечный маршрут, вот это банна молодости, вот, да? Вот получается. Вы в данный момент находитесь на цифре 6. Ага. Вот от цифры 6 до банны молодости 1,5 километра. Но это 1,5 километра, понимаете, если идти по асфальту, это медленно. Угу. И кажется, то есть, ой, прошли еще 10 минут. Сейчас вы будете идти эти 1,5 километра часа 2-2,5. Прогулка ваша займет. Это спокойно прогулочным шагом. Быстрее никак не получится, потому что маршрут второй сложности. Вы идете там так вверх, вниз, речку, вброд, по камням и все. Только 500 метров тропа оборудована, дальше вы уже идете по такой выходите местам. Весь маршрут будет размечен желто-белыми квадратами. То есть это будет ваш ориентир. Где вы их будете видеть, это значит, идете в правильном направлении. Только единственный нюанс, здесь вот изображено в виде развилки. На самом деле будет все банально просто. Стоит дерево с двумя стрелками, с цифрой 5 и с цифрой 6. Соответственно, ваш маршрут номер 6. Вы сворачиваете на шестерку, и вы выходите сюда к своему автомобилю. На пятерку не ведитесь. Многие думают, да, ровная заманчивая дорожка и пятерка на километр меньше. Нет. На самом деле вы идете 2 километра лишних по лесу и километр по асфальту к своему автомобилю. То есть 3 лишних километра к вашему маршруту. Главное, нам туда. Да. Так, это начало нашего маршрута, как сказали, 1,5 километра. Площадь 300 гектаров, да? Да. А длины нет? Ну, маршрут 1,5 километра. Последний ванна молодости. Тебе она нужна? Нет, я и так молодой. Дойдем до яблочного бреда и достанем. Мы пошли, потом будете там лазить. Прошло 3 дня, а мы все равно идем по этим ступенькам вверх. Так бы я сказал, через 3 дня. Но идти действительно. Да, но действительно идти очень тяжело. Итак, наша группа опять ползет вверх. Да? Ну что вы улыбаетесь? Ну да, что не обычно вкусно, да? Наберем потом. Мы сейчас эти 1,5 километра быстро пробежим. Можно. И вот привратница погода. Я черный плащ. Начала поливать нас дождем и обильно. Решили переждать его, пока весь под листвой. Марина спряталась под дубом, если это дуб. Вся такая красивая.
готовилась. Я знаю. А нам еще туда вниз спускаться. Метров 250 будет Голубое озеро. А через полкилометра должно быть ванна молодости. Но я думаю, уже и так все молодые, купаться точно никто не будет. Так, пошел дождь, и нам пришлось вернуться обратно. Дорога стала очень скользкой, поэтому идем предельно осторожно. Очень скользкая глина здесь. И мы идем, ловим Богдана. Он постоянно убегает куда-то. Сейчас как шлепнется, запачкается, я его в машину не пущу. Будет бежать следом. Так, а здесь на Большом каньоне можно приобрести самый вкусный мед, самые чудесные травы. Поэтому, если будете посещать Крым, то, пожалуйста, заходите. Девушки будут рады. Кафе-бар «Веселая шишка». Постоянно клиент у нас скидочки. Белая пчела вон там и черная пчела. А где тут выключается? Так, мы зашли попить чай. И нам... Да, я только ради этого приду. Мы пробуем разный мед. Рассказывайте, какой здесь у нас мед? Вот это еловые шишки. Липа, вот липа. Еловые шишки. Липа. Очень вкусные. Махинация для иммунитета. Ага. Тоже очень классно. А барбарис точнее конфетки. Барбарис природный чупа-чуп. Ой, барбарис очень вкусный. Какой? Барбарис. А, осы сразу знать, куда вы. Ладно, не махайте. А этот, покажите, с лавандой там что-то было. Я не попробовал его. Лаванда. Вот у меня. Там с лавандой. У меня. Кстати, уточни, что это бесплатно. Дегустация. Это дегустация. Да. Это бесплатно. Да. Мы возьмем, Саша, не мы возьмем. Возьмем цинацею и возьмем шишки. Да. Только скажите, мне еще раз. Вкусно. Какая баночка? 350. А 250. Франк. 250. Две маленькие. Пойдем. Да, две маленькие. Скажите, какие вы будете? Нам хиноцею и сосновые шишки. А мы что будем брать? Я.